Всем привет! В сегодняшнем видео мы вернемся к Windows 7, а точнее к некоторым проблемам с ней. Изначально я искал решение по проблеме со Steam, а именно Steam никак не мог подключиться к сети, а также его магазин отображался некорректно. Также впоследствии обнаружил, что есть еще некоторые проблемы, например, загрузка пустых страниц или страниц недогруженных. И все это происходило только лишь на Windows 7. Позже я решил, что нужно обновить Windows 7 до последних систем безопасности. И столкнулся еще с несколькими ошибками центра обновления Windows. Так вот, в этом ролике мы решим все последовательно эти проблемы. И с центром обновления, точнее с его ошибками, и со Steam, а также с браузером, когда не грузится страница. Точнее, проблемы это связаны, так что решим и в общем. Так, начну с центра обновления. Суть ошибки заключается в том, что устарел модуль агента обновления Windows. Его необходимо скачать и установить. Ссылочку на загрузку агента оставлю в описании. После чего центр обновления заработает беспроблемно. Следующая проблема – это не загружается сеть Steam, а также в браузере не грузится нормально страница. Здесь все дело в устаревшем сертификате Windows 7. И наша задача с сайта SSL Tools – скачать необходимый новый сертификат в формате PEM. Ссылочку на сайт оставлю в описании. Далее нажимаем комбинацию клавиш Win плюс R, откроется «Выполнить консоль», вставляем сюда следующую команду. Я ее также оставлю в описании, чтобы вы могли скопировать. Далее находим доверенные корневые центры сертификации. Жмем на этом разделе правой кнопкой мыши «Все задачи» и «Импорт». Далее следуем показанной инструкции на моем ролике. Выбираем, куда вы скачали новый сертификат в формате PEM. Внизу справа выбираем «Все файлы» и затем выбираем «Наш файл», то есть наш новый сертификат. И нажимаем «Открыть». Впоследствии нажимаем «Далее». Выбираем «Поместить все сертификаты». В общем, ничего не меняем. Так, оставляем как у меня. Далее также все оставляем. Нажимаем «Готово». У вас появилось следующее окошко. Соглашаемся, нажав «Да». Импорт успешно выполнен. Также после всего проделанного не забываем перезагрузить компьютер. После чего проблем с какими-либо сайтами больше не будет. Все будет загружаться нормально, а также начнет нормально загружаться Steam и подключаться к сети. Вот и все, что я вам хотел рассказать в этом ролике.